В Нефтекамской епархии епископом в России возглавил праздник в честь 1030-летия крещения Руси. В городе Октябрьске прошли праздничные торжества, которые начались с божественной литургии в храме преподобного Сергия Радонежского. По завершении литургии на площади возле храма было совершено молебное пение с акафистом святому равноапостольному великому князю Владимиру. Затем епископ Амвросий возглавил крестный ход к озеру на территории спортивной базы «Спартак» города Октябрьский. Впереди торжественного шествия несли хоругвь с изображением равноапостольного князя Владимира, которая была освящена святейшим патриархом Кириллом к празднику тысячелетия представления великого князя. В крестном ходе приняли участие многочисленные православные жители города Октябрьский. Среди них были казаки, а также моряки, отмечающие День военно-морского флота. Сегодня мы прошлись этим крестным ходом в освидетельствовании своей веры, веры православной, чтобы те жители города, которые еще не нашли свой путь к Богу, видя нас, проходящими по улицам города, может быть, вспомнят о своих корнях, позадумаются и найдут дорогу к храму и к Богу. В водах озера епископ Амвросий совершил таинство крещения для 27 взрослых и детей, прошедших катехизацию и оглашение. Сегодня у нас вообще архиерей возглавлял, как никогда, правящий архиерей. И красиво, и эмоционально, и конечно, какое-то особое настроение, оно присутствовало среди всех, кто шел. Отец Константин всегда вот так стоял в воде и всех крестил, каждый год. А в этом году, владыка, как не приехать, как не прийти? Здесь хоть какое здоровье, а все равно пришла ведь? Для прихожан у нас автобус, для прихожан мы все готовим. Чай, бутерброды, потому что и вода, все, короче. Вот поэтому, а так, мы низкий поклон всем и очень довольны, и благодарны всем, что вы есть, что вы приходите, что будем молиться за вас. Дай Бог вам здоровья тоже. Поэтому все хорошо. Слава Богу за все. Поздравляю всех жителей города с праздником 1030-летия крещения Руси, с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. И желаю всем, чтобы они обрели Бога, потому как с Богом жить светлее и лучше, и человек становится добрее, и появляется в жизни надежда и вера. Храни вас всех, Господь, с праздником!